Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». И мы сегодня готовим вкусный, быстрый и сытный ужин. Картофель с курицей и овощами на сковороде. Готовьте на здоровье! Блюдо просто объедение. Картошка целая, румяная, с овощами, с лучком, с красным болгарским перцем, курицей, ароматными травами. Невозможно остановиться! Для вкусного ужина нам нужны будут следующие продукты. Куриное филе весом 0,5 кг, 700 граммов очищенного картофеля, 2 сладких болгарских красных перца, 1 крупная луковица, соль, перец, специи, 1 зубок чеснока, зелень петрушки. Вот, в принципе, и весь набор продуктов. Готовится все очень просто. Куриное филе мы сейчас будем нарезать кубиком, то есть не очень мелко, но и не крупно, вот такими небольшими кусочками. Секрет этого блюда в том, что все будем обжаривать по отдельности. Сначала обжариваем куриное филе кубиком. Подготовим картофель. Смотрите, нарезаю я его вот так вот. Не очень мелко, но и не крупно. Средняя нарезка. Куриное филе практически готово. Посыпаем специями любыми, на ваш выбор. Так. Добавим чуточку соли. И сейчас я буду доставать. Потом мы, конечно, в самом конце все вместе смешаем. Но на данный момент куриное филе достаем. Приправа у меня на вес курицы. Здесь у меня все. И паприка, и травы разные. Там очень большой список. Мне нравится. Так, сейчас хорошенько все достали. Вот, отлично. И теперь сюда мы добавляем картофель, который уже подготовили. И обжариваем картофель до румяной корочки. Не сидим на месте. Блюдо на самом деле готовится быстро, просто поэтапно. И мы сейчас переходим плавно к овощам. Нарезаем лук. Дальше берем красный болгарский перец. Очищаем от семян и также нарезаем. Смотрите, вот так разрезаем и режем не слишком мелко. Не забываем о картофеле. Картофель питает себя все соки. Специи, мясо, хорошенько переворачиваем и готовимся. Картофель наш румянится. Теперь на этом этапе нужно посолить. Вот он уже даже хорошенько подрумянился. Сейчас будем его доставать. Он у нас альденте, практически готов. Ну, еще, конечно, есть местами сыроват, но как бы мы еще блюдо-то и не доготовили. Я долила специально немного масла, чтобы у нас картофель не горел. Так, вот смотрите. Картофель будем сейчас доставать. Вот так, как и мы доставали курицу. Масло я уже больше доливать не буду. Здесь достаточно для овощей. Сейчас будем обжаривать лук и, конечно же, паприку. И потом уже будем понемногу все вместе смешивать и как бы доготавливать вместе.
Поэтому на начальных этапах не спешите использовать соль. Сейчас я просто не выключаю уже камеру. Так. Значит, добавляем лук. Паприку не спешим сразу добавлять. Обжариваем до румяности. Лук не пережариваем. Смотрите. И не люблю мелко нарезать лук. Я люблю чувствовать, когда вот блюде есть лук. Я люблю вообще крупно нарезать лук. Теперь добавляем чеснок, добавляем паприку. И все теперь вместе обжариваем. Как только перец стал, вот знаете, такой уже альденте, мягковатый. Но еще не очень мягкий. Мы добавляем картофель. То есть, ну вот смотрите, вы видите, немножко поджарились овощи. И мы сюда добавляем картофель. Вот. И сейчас будем обжаривать вместе с картофелем. Подсолили чуточку. И, конечно же, добавляем вкуснейшее мясо. Специи. О, вы чувствуете? Сок пошел туда. Пока не мешаем. Через пару минут перемешаем все. Аромат непередаваемый словами. Ну, а теперь мы все вот так хорошенько перемешиваем. Вот так вот. Окошко у меня открыто на кухне, поэтому немного шумно. И накрываем крышкой. Когда мы накрыли крышкой, забыла вам сказать, немножко мы огонь уменьшаем. Нам теперь нужно довести все овощи до готовности. Я попробовала. Картофель замечательный. Куриное филе тоже. По вкусу, на соль. Просто идеально. Поэтому в конце что мы делаем? Добавляем зелень петрушки, мелко нарезанную. И выключаем огонь. И обязательно всем рекомендую. Выключили огонь, накрыли крышкой и пусть она настоится. Всем приятного аппетита. Готовьте на здоровье. Ну что, открываем крышечку. А под крышкой очень аппетитная картошечка. Вы только посмотрите, какая красота. А знаете, почему мне вот нравится именно так картофель готовить? Она остается кусочками. Очень вкусная, ароматная. Ну, в общем, приготовьте. Вам 100% понравится. Вблизи вам покажу, что действительно картофель готовый. Видите, мягкий. Куриное филе. Объедение. В этом блюде все вкусное, абсолютно. Картошечка с припеком. Курочка сочная. В общем, блюдо ароматное. Очень-очень вкусное. Готовьте. И очень простое в приготовлении. Справится абсолютно каждый. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока! Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь моими видео с друзьями. Готовьте вместе со мной и радуйте свою семью вкусной домашней едой.